Это 100% занос. Вот это точно сегодня Максим. Зритель, который не пожалел их сабвера, заработал 100 тысяч. Погнали. Щелкаю. Наверное, сейчас, да, если настроение не испортится, и баланс будет нормальный, поменяем на баксы и разберемся. Судя по всему, бонус говна. О! Ну! Ну не туда, блядь. Не туда, блядь. А, бриллианты его заново, что ли, активируют? А вот так вот? Она постоянная, что ли? Вот это другое дело. Ебать, она постоянная, блядь, это занос. Пиздец, это 100% занос, мужики. Я хуй даже знает, сколько это, ёпта. Ну чё, кто не пожалел, блядь, икса для дяди Миши, ёпта? Вот кто сейчас написал самый жирный икс, блядь, тот, судя по всему, блядь, занесёт. А кто пожалел икса, тому хуй. О, такой! На-на! 777 мало, ёпта, это от жадности, ёпта. Сейчас в итоге будет смешная ситуация. Выиграет тот, который написал абсолютно нереальную хуйню, блядь. Это Максим. Это, блядь, Максина, скорее всего. Сколько тут Максин в этом слоте? Блядь, нужен еще один этот, блядь. Открой монету, сука. Блядь. Но это не Максим, но это очень хорошо, блядь. Ну почти. Ой, блядь. Чего мы так дешево купили-то, сука? Покупали по 1 800 000, а тут сэкономили. Ну 100 тысяч зритель выиграл. Зритель, который не пожалел Эксавера, заработал 100 тысяч, блядь. Конечно, если он еще верификацию пройдет. Все, погнали дальше. Ну, по крайней мере, не ноль. Не ноль, ебать. Вы как вы сказали слово говна, да? Миш, мне похуй. Я так чувствую. Угу. Это мы, блядь, с руки 4 миллиона поймали, ёпта. Сейчас вопрос такой, окупилось или нет? А у нас 3 скатера, значит, окупилось. Я же говорю, хуйня все это, ёпта. Вот все, что вы говорите, это хуйня. Не бывает говно слота или не говно слота. Мудрые слова, очень мудрые. Погнали. Смотрите, звезд вообще нет. Нахуй нам звезды, правильно? Нахуй нам нужны звезды. Звезды, они как пи***ды. Ну. Хорошая. Так, а четвертая выпадет? Дай четвертую звезду, гад. Есть! На-на! И вот это приятно, очень спасибо вам большое. Да, спин пиздец. Блядь, звезду давай. Пиздец. Есть. Или нет, или звезда не играет. Нет. А нужна именно звезда с множителем, что ли, да? То есть звезда без множителя на икс не влияет? Вот же ты, сука. Не, ну честно говоря, такое себе. Есть! Уже неплохо. Блядь, дай звезду, сука. Валеты сейчас еще сыграют. Звезду давай! Ну ладно, старт жесткий. 6 600 90 600. Nice. Very nice. Ну, фиолетовый дай.
Ты ебать, реально драма, вот сейчас первый раз удивился я сейчас. Ну. Ну дай. Да как ты не поставил-то, блядь? От ублюдки. Дешевый символ, блядь, целый барабан, а? Было бы, кстати, дохуя, кто не понял. Блядь, монет, смотрите, сколько, и все дешевое говно, а? Ну дай жирную монету. Давай, сделай это! Есть! Вот это точно сегодня Максим. Нихуя не Максим. Честно говоря, я сейчас монету 100 вообще не ожидал. Иногда все-таки случается. Летини, сука, до 40 миллионов. Ебать. Ну! Дай что-нибудь еще. Ну, все, это Максим на сегодня. Ну, фиолетовый, да, и Максим. Ну ладно, последний спин запорол. Все нормально, Денис. Все, всем привет, спасибо. Увидимся еще.